Включай. Начинаем. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Как вы знаете, меня зовут Олег Алавгудвин, и вы находитесь на канале Альфа Топ, Академия телесно-ориентированных практик. И сегодня я вам хочу представить уникального человека. Его зовут Иван Пиндеев! Он, между прочим, номер один массажист-специалист на всем побережье Краснодарского края, правильно? Ну, я работаю в основном в Геленджике. В Геленджике, да? Да, в Геленджике работаем. Работает недалеко от пляжа, да, и он занимается массажем, он занимается особенно уникальный специалист по стопам, да? Да, да. Вот расскажи, пожалуйста. Как работают со стопами, то есть с проблемными стопами в основном работу делают. Это, допустим, проблемы, то есть свод стопы, плоскостопие, то есть как функционально плохо работает стопа, то есть постоянные подвывихи. Или когда вот, к примеру, человек ходит, да, метров 600 пройдет, и у него начинает болеть стопа, и он не может дальше идти, ноги устают, или вечером устают. То есть я прорабатываю и суставы, то есть чтобы разблокировать суставы, есть методика у меня определенная, то есть это совмещение тайского массажа, обычного массажа стоп, плюс креольского массажа и костоправских методов, то есть это уникально, вот, уникально. Да. Все соединил в одном, и получился самый лучший результат. Да, то есть получился самый лучший результат. Что это дает? Он опять вырубился. Ладно. Ну, я записываю. Давай. Заново? Ничего, сейчас. Что это дает? Результат какой? Ноги не устают, колени лучше работают. То есть тазобедренные суставы лучше работают. С чем связано? Потому что когда у нас стопа заблокирована, свод заблокирован, мы идем и начинает удар происходить. То есть не амортизирует стопа, вот как она должна быть. Стопа же даже должна амортизировать. То есть, и если нет вот этой... Ну, давайте покажем. У нас там есть демонстрационный материал. То есть не зря тут арка такая, да? Конечно. Она амортизирует при прыжках, всех резких движениях, то есть постепенно пальцы натягивает и смягчает падение. То есть... Если этого нет, то потом сказывается компрессионный удар здесь, в этом суставе, да? Да. И надрыв тоже. Связок. У спортсменов часто бывает надрыв связок из-за этого. Потому что стопа жесткая, да, и получается он как бы врезается в землю. Да. При прыжке просто он приземляется на ногу, и пальцы не срабатывают, то есть амортизации нет и надрывает связки. Ну, это имеется в виду ахиллова, да? В основном, на какую мышцу приземлиться, такая и рвется, то есть на какую нагрузку максимально ложится. Так что это чревато, если вы не будете заниматься своими плюс стопами. Плюс к этому, вот массаж, плюс вот скомбинировано с этими методиками, это прорабатывает так, что убираются шишки на ногах, то есть... С мануальными методиками, да? Да. Шишка, да. Это же когда плюсом кость, она выходит вот так вот наружу, да? Там... Большой палец загибается вот сюда. Да. Тут главная ошибка в чем? Вот врачи говорят, это у вас генетическое. Есть такая тема у врачей. Любят они это дело, говорят, генетическое. Но почему тогда на одной ноге есть, а на второй нет? То есть, с возрастом, а сколько вам лет? Да. Мне там 50 лет. Ну, что ж ты хотел, стареешь уже. Я как познакомился с этими костоправскими методами. Я сам пришел к костоправу, у меня был палец вот так завернут, ну, как обычно бывает, да, там, вот так поворачивают, то есть кость выходит, да, угу. У меня самого такое было. И он... сеанса за два манипуляциями он поставил на место. Ну, я молодой, хрящики быстро восстанавливаются, и все стало на место. Я заметил, что в принципе, работая с этими методами костоправскими, плюс сюда добавил я, то есть, тайский массаж и еще креольский массаж. Для чего это все было добавлено? Потому что сами по себе костоправские методы, они очень жесткие и болезненные, то есть, стопу надо ломать, грубо говоря. Ну, это больно. Через боль-то мы, собственно, не вылечиваем. Еще бывает, тут тоже шишки, да? Да. Фотографии показывают. Там вообще у женщины ужасная нога. Тут шишки, пальцы выгнуты вообще вот так. Вот это все из-за
высокой обуви на каблуках, да? Да, ей как бы сказали в молодости, что ей надо перестать носить каблуки, а она все равно продолжала и продолжала их носить. И стопа вообще изменилась, но мы фоточки там добавим, будет понятно. То есть очень сильно изменилась, и разрушились колени даже из-за этого. Из-за того, что стопа не работала, не было амортизации. Вот так, да. И шаг укорачивается, и когда человек идет, то есть нога меньше движения совершает, тем самым сустав не смазывается, и идет травма. То есть начинает травмироваться сустав на сухую и разрушается тем самым. Очень правильно сказал, действительно, ты уникальный специалист, потому что этим, по-моему, я вот первый раз слышу от тебя, но никто этим так подробно не занимается. Нет, это поэтому, вот моя фишка, я как бы... Поэтому, да, если вам надо лечить стопы, голеностоп, колени, да, то обращайтесь именно к Ивану Пендееву. Мы тут внизу под этим видео оставим все координаты и телефоны твои, да? Да, да. Вот, хорошо. Обязательно обращайтесь к Ивану. Ну, я сейчас в Москве, так что можете, если что, еще... ну, сейчас, если в Москве, тоже можете обратиться. Иногда он заезжает в Москву. Да. Ну, кроме того, ты же еще мануальный массаж спины делаешь, да, там, шею, ну, в общем, массаж всего тела, да? Я вот у Олега сейчас на семинаре побывал и... К массажным техникам еще добавились, то есть его техники мануального массажа, плюсы отличные, то есть от общего к частному идем, то есть мы прорабатываем всю спину, потом прорабатываем точечно, где проблемные места, то есть он, скажем так, очень недооцененный специалист, потому что он, все думают, все смотрят на его ролики, думают, что он, ну вот, работает, вот так весело, здорово, но там заложена очень большая суть. И там очень много техник, да, очень много техник, которые именно дают вот результат. То есть я первую ступень прошел, приехал, начал работать с клиентами, я смотрю, результаты сразу пошли. То есть я раз плечо проработал, человеку сразу легче, раз поясничный отдел проработал, человеку легче стало, раз... Все вот эти нюансы и дают быстрые результаты. Это не... Олег тут не преподает гладиаторство, когда гладят, там, разглаживают. Да, не, он да. Именно ну... дает очень дельные техники. Ладно, ладно. Прям всем советую. Про меня хватит, может, про тебя записываем ролик. Ну, друзья, если вы нас смотрите и вы там занимаетесь массажем или подобными какими-то интересными практиками, да, и хотите повысить свою квалификацию, да, то за этим именно приходите ко мне, чтобы получить именно... тот результативный массаж, результативное воздействие, от которых клиенты будут просто вам благодарны. Вы не поверите, как они кланяются и в ноги, и руки несколько раз жмут. Потому что действительно это уникальный специальный мануальный массаж. С воздействием сразу на костно-связочный аппарат всего тела. Вот от ушей до кончиков пальцев. Хочу добавить то, что я, честно, я смотрел ролики и отзывы, и когда там было такое, что вау, там, Олег мне помог с первого сеанса. Я честно думаю, блин, ну какая-то фигня, да, ну какая-то фигня, ну не может быть такого. А потом оказалось, что это просто качественная работа, сделанная четко, понятно и правильно проработанная. Это не размазанное что-то, это именно конкретно по точкам проработано, и поэтому результат такой. То есть он дает на своем семинаре именно вот эти все нюансы. Ну, а дальше мы сейчас о котором он говорит, массаж стопы. Да. Было очень больно, но получается, мы проработали одну стопу. И я прям чувствую, я прям на следующий день иду и чувствую, как у меня сама стопа начинает сводить вот так вот. А вторая не проработана, а вторая осталась такая плоская, представляешь? Да. То есть прям ощущается вообще потрясающе. И, соответственно, ты от плоскостопия лечишь, да? Но это еще связано, то есть я убираю функциональные блоки, а потом человек закачивает мышцы и тем самым выравнивает свод стопы. Вот и все. Ну, так это вот уникально, этим тоже редко кто занимается. Обычно ходят на ЛФК, я помню, с детства там дети ходят, всякие гимнастики для стоп делают, да, обувь ортопедическую, вот эти вот стельки покупают. А по сути это всего лишь оказывается костыли дополнительно. Мы на них ходим, не ухудшаем главное состояние, и типа ну, врачам, да. Врачам ладно, да? Главное поддерживать. Но это не лечение, то есть лечения тут нету. И такой вот Иван, как уникальный специалист, вот он занимается именно лечением, восстановлением вашей стопы. Еще раз рекомендую к тебе обращаться, спасибо, что ты заехал. Мы продолжим сейчас все на практике это делать, а вы нас не смотрите, а лучше подписывайтесь на наш канал и звоните Ивану, приходите к нему. Ну, если обучаться, приходите ко мне. И на приемы тоже записывайтесь, Олег. Это у него волшебные руки.
Олег Алавгудвин, наберите, там везде в интернете там выскочит про меня. Ну, давайте прощаться, да? Все. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Ставьте нам лайки.